Атлан молодой парень, у них заметная разница в возрасте. Конечно, Балаев многое повидал в жизни и в спорте. Соперник у меня выраженный борец, а я готовился против него 7 месяцев. У меня в жизни были очень маленькие разделы, чем будет. Советского Союза, говорят, он занимается борьбой. Очень важный бой у меня в карьере. Соперник у меня Батаев с Беркута. Думаю, что такой универсал неплохой. Руки длинные, ноги длинные. Конечно, опыт дает о себе знать. Но Атлан готов ко всему. Атлан тоже прошел некий путь в спорте. Нужно подтвердить свое чемпионство. И я очень большое внимание уделяю этому, что... потому что он нужно обязательно защитить пояс. У него есть голод, так как он молодой, он еще не устал от спорта. Докажу, что я не просто чемпион и не случайно выиграл пояс. Он не упустит такой шанс, потому что титульный бой в такой лиге, как ACB, это такой шанс редко бывает в карьере. Я думаю, Атлан всего себя оставит в октагоне ради того, чтобы выйти победителем в этом поединке. Seven victories, no losses.
Что ж, дорогие друзья, послужные списки, возраст и рост бойцов на ваших экранах. 23 года Адлану Батаеву, 40 лет, даже 41 год Марату Балаеву. Два бойца, не знающие поражений, сойдутся в этом финальном поединке чемпионском для того, чтобы выяснить, кто же из них на самом деле сильнее. Хочу вам напомнить, что оба бойца являются борцами, один вольной борьбы, другой бразильского джиу-джитсу, и поэтому у нас есть все шансы посмотреть хорошую борьбу в заключительном поединке. Начинают в партере, простите, конечно же в стойке, но... Да, и вот уже проход в одну ногу, вот демонстрирует уже нам Марат Балаев. Да, не за горами, но был готов к этому проходу. Опа, хороший свинг справа, отвлекающий от Марата Балаева. Резко стартанул Марат. Узко стоят ноги у Адлана. И это шанс для Марата перевести ситуацию в партер, что, собственно, он и делает. Застегнул вроде бы Адлан треугольник на пояснице Марата, но надолго ли его хватит? Вот вопрос. Называется положение гарда, то есть контроль оппонента сверху. Вот. А пока у нас Марат Балаев демонстрирует классическую школу вольной борьбы. Отличные проходы. Да, и сейчас, соответственно, его работа будет это заключаться в добивании. Напомним, что Адлан Батаев является представителем бразильского джиу-джитсу, поэтому из гарда он тоже может показать, так сказать, сюрпризы некоторые в проведении болевых удушающих приемов. Вот пока Адлан вяжет Марата, не дает Балаеву освободить руки, поэтому мы видели, как поработал немножечко коленями Марат Балаев, но тем не менее он сверху. Марату нужно что? Нужно освобождать руки и выпрямлять спину, я так думаю. Да, Марату нужно немножечко пространство, пространство, да, для работы руками. Адлан прекрасно понимает, чем может обернуться высвобождение рук Марата Балаева, поэтому он вяжет соперника. Он у сетки, он лишен пространства. Да, но опять же я вижу, что он пытается контролировать руки Марата, и на самом деле он готовится к проведению своих приемов. Ждет момент. Вим отключает голову, отключает руки, не дает добивать Марату Балаеву. И иногда даже просовывает контрудары Адлан Батаев. Вот мы видели с вами, справа он попал. И вот Марат вроде освобождает правую руку. Отвечает Марат. Ну, неплохо перекрывается Адлан Батаев. И там, смотрите, у него... Да, ногами он контролирует, да, таз, да, да, Марата. Да, именно об этом я хотел сказать. Да, он может оттолкнуть, например, его, не дать плотный контроль. И может сам, в принципе, выйти из этого положения. Включает, да, колени Марат Балаев, все правильно делает. Если не получается руками, нужно бить ногами. Да, и ну, Марат Балаев опять же подгружает массой Адлана Батаева к сетке,
что также мешает ему, мешает его подвижности. Уменьшает, и при этом уменьшает выносливость, наверное, да, все-таки. Адлана Батаева. Ну, первый раунд, запланировано 5 чемпионских поединок. Я думаю, что в первой 5-минутке вопрос о функционале не стоит. Я думаю, оба бойца должны быть хорошо функционально подготовлены. И рефери поднимает бойцов в стойку. И тут же проход в ноги со стороны Марата Балаева. При каждой удобной возможности Марат это будет делать. Да, но Адлан Батаев уже ожидает это движение, и поэтому может уже более успешно перекрываться. Я уверен, что естественно и Марат, и Адлан смотрели поединки друг друга и знают друг друга очень хорошо. Да, и вот хоть Адлан Батаев уже предполагал, вот что будет такой проход, и тем не менее Марат Балаев, видимо, за счет своего опыта все-таки делает этот проход в ногу, будет забирает ее, да, и будет стараться весь свести в партер. И мы знаем, что вольная борьба, школа вольной борьбы как раз славится именно бросками, именно сведением в партер. Поэтому, я думаю, все шансы у Марата Балаева есть. Вот он так чуть-чуть оттащил Адлана от сетки. Вот будет ли подсекать Марат Балаев? Заканчивается первый раунд в этом поединке. Работает руками Марат Балаев. И Адлан Батаев также отвечает ему из этого же положения. Первый раунд позади. Вот такой достаточно напряженный первый раунд у нас. Да, в первом раунде мы все видели в основном работу Марата Балаева. Видели эти проходы в ноги стремительные, видели сведение в партер и также попытки добивания от Марата Балаева. Можно было также заметить, что Адлан Батаев, во-первых, не смог не допустить вот этих вот критических попаданий в партере, сохранить свое здоровье. И после того, как их подняли в стойку, стал более внимательным и... У Марата Балаева стало получаться делать и проходы в ноги. Начал, так скажем, Адлан Батаев читать своего соперника. Лучше защищаться от этих проходов. Ну что ж, нас ждет второй раунд из 5 запланированных. Напомним, чемпионский поединок. Марат Балаев защищает свой пояс чемпиона ACB в полулегком весе. Первая защита у Марата. 7 побед, 0 поражений. Послужной список Марата Балаева и точно такой же послужной список у претендента 23-летнего Адлана Батаева. Марату 41 год. Вот с дистанции попадает сейчас Батаев. Да, он накидывает руки, да, но я не думаю, что он будет проваливаться. Он будет держать дистанцию и ждать опять же вот этих движений от Марата Балаева. Я думаю, что Марат попытается при первом же удобном случае все-таки пройти в ноги. Я тоже это, так скажем, ожидаю. Да, также и думаю, ожидает это и Адлан Батаев. Вот, по-моему, разбит нос у Марата Балаева уже. Смотрите, как провалил Батаев сейчас. Да, хочу также сказать такой нюансик, что вот эти все попытки проходов, которые не получаются, они забирают тоже немало сил у бойца. Ну и психологически, может быть, где-то даже слегка подламывают. Но хотя Марат Балаев очень-очень-очень волевой боец. Его сломать сложно. Да, видите мы, что Марат уже тяжелее встает из положения партера. Ну и так по-благородному поступает Адлан Батаев. Да, он не пользуется ситуацией, не запрыгивает на соперника, а дает тому подняться. Возможно так, а возможно он просто чувствует, что он контролирует поединок в стойке.
и думает, а зачем мне идти в партер, если у меня так все здорово получается именно в стоечке. Ну, то есть так включает прагматика Атлан Батаев. Ну да, у него в стойке действительно все хорошо получается. На дистанции он встречает Марата Балаева, попадает причем. Да, и как раз он держит дистанцию именно удара, чтобы исключить возможность вот этих вот прохода в ноги от Марата Балаева. Очень непросто сейчас Марату Балаеву во всех отношениях. Соперник моложе и, давайте называть вещи своими именами, быстрее. Но вот сейчас попадает в стойке Марат Балаев, но одного удара мало. Атлан Батаев показывает, что мне эти удары нипочем, у меня все хорошо. Начинает немножечко пижонить Атлан Батаев, опускает руки. Как бы ему это не аукнулось. Попадает навстречу, бросается Атлан Батаев. Сейчас будет попытка подсечки, она не удается Марату. О чем я и говорил, о том, что бойцы устают. Потихонечку устают от постоянных проходов, проходов, проходов. Идет вперед Марат Балаев. И ловит его навстречу Атлан Батаев. Вот попадает сейчас, кстати. Марат Балаев хорошо попал свингом слева. И вот эти низко опущенные руки аукнулись Атлану Батаеву. Но одного удара мало в этом бою. Одного удара мало. И вот уже связкой вошел Атлан Батаев. Нанес три удара точных Марату Балаеву. Ну, понял Атлан, что одного удара мало и нужно работать комбинациями. Попытка прохода в ноги со стороны Марата Балаева. Удалось ему слегка зацепиться. Поджал Батаева к сетке. Нужно широко ставить ноги Атлану, чтобы не дать себя прокинуть. Это очень тяжело делать проход в ноги, когда человек двигается от тебя. Поэтому Марат сначала поджал к сетке Атлана Батаева и потом вот сделал это стремительное движение. И снова попытка Марата Балаева перевести ситуацию в партер. Но Атлан Батаев к этому был готов и ушел от таких неприятностей для себя. Да, Марат уже перестал делать неподготовленные движения прохода в ноги, понимая, что Атлан ожидает этого. Вот, и уже больше начинает рубиться. И в этот момент, когда уже начинается какое-то обоюдное действие, уже стремительно... Подсечка все-таки удается. Не сразу, но удается Марату Балаеву. Заканчивается второй раунд. Я думаю, что Атлан раунд долежит. Если вдруг ничего сверхъестественного не произойдет в этом поединке. Да, но Марату нужно... дорабатывает концовку. Потому что, по сути, раунд он скорее проиграл, чем выиграл. Да, нужно собраться и доработать вот эти вот оставшиеся 10 секунд поединка. И даже меньше. Но неплохо защищается снизу Атлан Батаев. Да, и силы у Марата Балаева по конец второго раунда уже все меньше и меньше остается. Два раунда позади, и вот сейчас, я думаю... В первую очередь для Марата, наверное, функционал начнет выходить на передний план постепенно. Ждем третий раунд из пяти запланированных. Ну что ж, третий раунд в этом поединке. Что нужно Атлану Батаеву? Подвижность, двигаться назад и в сторону, не давая Марату Балаеву проводить проходы в ноги.
А что нужно Марату Балаеву? А Марату Балаеву нужно хорошо подготовить этот проход для того, чтобы он завершился успешно тейкдауном. Колено от Батаева в клинче в стойке. Попытка подсечки со стороны Марата Балаева не удалась. Поджал Адлан Марата к сетке. Да, я думаю, сейчас будет продолжать наносить удары. На выходе из клинча попадает правым боковым Адлан Батаев. Опа! Шанс для Марата! Шанс для Марата! Да, ни в коем случае не упускать эту возможность. Опа! Тейкдаун делает Марат Балаев, конечно же. Ух! Да, и сейчас времени уже предостаточно, и нужно пользоваться этим моментом. Нужно улучшать позицию Марату Балаеву. Опять же, видим, хорошо вяжет Адлан Батаев. Пока не дает возможности Марату Балаеву наносить эти удары. Ну, Адлан уже был внизу в партере. В принципе, он знает, наверное, как работать с Маратом в таких ситуациях. Другое дело, что он оказывался в партере внизу буквально в концовках раундов. А здесь времени более чем предостаточно. 3 с лишним минуты, дорогие друзья. Это очень много. Ну, мы видели, рефери в первый раз также поднял их из этого положения, когда Адлан Батаев достаточно успешно вязал руки Марату Балаеву. И я думаю, сейчас тактика его будет такой же. То есть не дать ему работать, ограничить его подвижность и ждать, пока рефери поднимет их в стойку, где Адлан Батаев может, соответственно, продолжить свою работу. Да, Марату Балаеву нужна активность, показывать, что он там работает, наносить точные удары, чтобы, соответственно, рефери их не поднял в стойку. Ну, соответственно, для Адлана Батаева, наверное, подъем в стойку будет хорошим решением в его ситуации. Ну, а Марату нужно, да, нужно наверстывать все упущенное, потому что, давайте называть вещи своими именами, по факту второй раунд был все же за Адланом Батаевым. И в третьем раунде, естественно, Марату нужно качать чашу весов в свою сторону, что, собственно, он и делает. Да, но также хочется напомнить о том, что Марат Балаев в первом раунде выглядел, конечно, получше, чем Адлан Батаев. То есть по раундам у них, скорее всего, сейчас 1-1. Не считая, да, продолжающийся третий раунд. Да, третий раунд пока забирает Марат Балаев. Но с другой стороны, Адлан Батаев неплохо вяжет соперника и не выглядит потрясенным, не выглядит обескураженным. Да. Нам показывают наших коллег, кстати, один из них никто иной, как Фрэнк Мир. Бывший чемпион UFC, между прочим. Хотелось бы как-нибудь, конечно, поработать с Фрэнком также, кто знает. Но вернемся к нашим бойцам. У нас, напоминаю, чемпионский поединок в полулегком весе. Марат Балаев защищает свой пояс. Адлан Батаев в партере снизу, претендент. Неплохо, в принципе, вяжет, но работает хорошо коленями сейчас Марат Балаев. Минута с лишним до конца раунда. И смотрите, дал подняться в стойку вроде бы Марат сопернику. Но тут же вторым темпом попытался проатаковать и перевести снова в партер Адлана Батаева. Поджал к сетке. И рефери, возможно, разведет бойцов, если не будет активности, снова в стойку. Данное положение преимущественно для Марата Балаева. Марата Балаева удается. Он его готовил, кстати. Бросок подготовленный. Да, сейчас остается 40 секунд. И нужно дорабатывать в партере. Но вопрос, опять же, сколько сил осталось у Марата Балаева. Уже вся эта работа в партере, все эти добивания, они также изматывают как одного бойца, так и другого. Логично. Совершенно верно. Марат очень волевой боец. Вот он компенсирует, может быть, в какой-то степени критичный возраст именно такой пахотой и трудолюбием. Заканчивается третий раунд, и заканчивается он, на мой взгляд, с преимуществом чемпиона Марата Балаева. Близко, но все же Марат раунд, наверное, забрал.
Да, я думаю, с вами соглашусь. И опять же, тем интереснее будет наблюдать за четвертым раундом, который, да, опять же, да, 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 в принципе, непредсказуем. Все может поменяться. И должна быть серьезная корректировка в углу, как и Марата Балаева. Видно, как устал Марат. Там, по-моему, гематома в районе переносицы, если не изменяет мне зрение. Оно мне вроде бы не изменяет. Ну, я думаю, в больших корректировках нуждается сейчас именно Адлан Батаев. Совершенно верно. Нам показывают наиболее яркие моменты закончившейся пятиминутки. И ожидаем четвертого раунда. Четвертый раунд. Марат Балаев сейчас попадает справа, точнее слева, а вот теперь и справа в стойке. Его соперник Адлан Батаев. Два не имеющих поражений бойца с одинаковым послужным списком 7-0. Разница в том, что Адлану Батаеву 23 года, перчатки с синим скотчем, это он. Марату Балаеву 41. На кону пояс чемпиона ACB в полулегком весе. И пока пояс принадлежит Марату Балаеву. У Марата первая защита титула. Да, Марат двигается постоянно вперед, пытаясь поджимать Адлана Батаева, ограничить его подвижность. А Адлану, видимо, все-таки ввели корректировки. Он как раз начал двигаться по кругу, закручивая за соперника. Да, и кидает руки. Партер нужен Марату. Мы видели, что когда он в партере и занимает выгодную для себя позицию, он очень неплохо работает. Адлану нужна стойка. Опа! Да, попал! И точные попадания. Попал сейчас Адлан Батаев. Старается он держать Марата на дистанции. Вот попытка прохода в ноги. Зацепился Марат. Нужно пошире стоять. Не успел Адлан Батаев это сделать. И перевод в партер. Как работает в партере Марат Балаев, мы с вами, дорогие друзья, уже видели. В этом поединке в том числе. Ну что можно сказать? Нужно подтаскивать Марату Адлана к сетке, естественно. Да, и продолжать аналогичную работу. Да, стараться сохранять немного места для работы руками. То есть не давать вязать себя Адлану Батаеву. И постоянно наносить удары. Но опять же, внимательно следить за своими конечностями, чтобы их не оторвали. Не забываем, что у нас здесь есть куча болевых удушающих приемов из положения гарда, контроля. По поводу оторванных конечностей, дорогие друзья, в этом турнире должен был состояться поединок Андрея Кошкина против Эдуарда Вартаняна. Бой в легком весе, но буквально за день до боя Эдуард Вартанян получил очень тяжелую травму. У него, ну, фактически так, был раздроблен большой палец на правой ноге. К сожалению, бой не состоялся. Никто не застрахован, к сожалению, от травм, даже вне октагона. Ну а мы вернемся к тому, что происходит в октагоне. Александр, ваше мнение по ситуации? Ну, ситуация у нас вот только что кардинально поменялась. Есть положение партера, бойцов поднимает стойку. Стойка, которая более выгодно, наверное, претенденту, молодому Адлану Батаеву. Да, все верно. Но опять же, мы видели, что Марат очень неплохо работает, двигается вперед, наносит удар. И опять же, проходы в ноги его все так же получаются. Да, Адлан Батаев все-таки также наносит удары, выцеливает. Да, попадает. То правой, то левой работает. Все хорошо. Самое главное, не забывать про подвижность. Да. И не забывать, что Марат Балаев в любую секунду, как только сокращает дистанцию, сразу же... Да, молниеносно делает проход в ноги. Ну вот, кстати, видно, что подустали-то оба. Не только Марат, но и Адлан тоже подустал, потому что
Ну вот он, да. Вот сейчас он так немножечко включил велосипед. Так слегка зафайгачил. Но все правильно делает. Ему нужно, может быть, где-то подсушивать бой и включать прагматику и встречать Марата в стойке. В стойке у Атлана получается лучше. Все же. Потому что Марат, он не рубится. Как только дистанция сокращается, да, он сразу делает бросок. Сейчас попал свингом справа Марат Балаев. Попытка от чемпиона прохода в ноги. И еще одна, но уже отбрасывает свои ноги Атлан Батаев. И здесь забирает шею. Да, и вроде он неплохо прихватил шею. Нет. Но освобождает голову Марат и попадает на выходе справа сбоку. Тем не менее, Батаев удар держит. Проединок продолжается. Идет вперед в конце четвертого раунда Марат Балаев. По-другому ему уже никак нельзя. Да, концовка раунда. Но я думаю, концовку также надо забирать. И Атлану бы неплохо нанести пару ударов. Да и Марату было бы тоже неплохо пройти в ноги. Да, либо ударить также. Но заканчивается так, как заканчивается тавтология. Но факт, и мы ожидаем, да, в очередной раз финального и, конечно же, решающего для обоих бойцов раунда. Ничего пока в этом поединке до конца не ясно. Да, вот тоже понаблюдали мы сами на этот раунд. И этот раунд, он достаточно неоднозначен. Мы увидели, как работу стойки Атлана попадал на эти удары, так и проходы Марата, и он работал в партере. То есть очень тяжело сказать, кто же на самом деле забрал этот раунд. И тогда действительно можно предположить, что финальный раунд, пятая пятиминутка будет решающим в данном поединке. И не буду Нострадамусом, но скажу, что совершенно ясно. В пятом раунде на первом месте функционал бойца. В первую очередь, на мой взгляд. Кто чуть-чуть посвежее, тот и будет обладать преимуществом. Соответственно, для Марата это проходы в ноги. Для Атлана это работа на ногах, стойки и удары. Ну, помимо функционалки, опять же, огромное значение имеет воля к победе и характер бойца. Ну вот четыре раунда, которые мы с вами пронаблюдали, я думаю, доказали, что с волей все в порядке и у Марата, и у Атлана. Ну, Марату чуть-чуть сложнее в том плане, что он чемпион. Ему, если он хочет выиграть, ему нужно выигрывать более убедительно. Но с другой стороны, Атлан претендент, и он ничего не теряет даже в случае поражения. Это бой с очень достойным соперником. Все стремительно развивается в пятом раунде. И продолжается у нас работа в стойке. И мы видим неплохие скорости, несмотря на пятый раунд. Да, пока Атлану Батаеву получается у него двигаться. Получается кидать руки, да, и не дает Марату делать проходы в ноги. Атлан Батаев уже читает Марата. Марат только вперед. Отвлекающие маневры и проход в ноги. Вот его тактика, и она абсолютно оправдана. Атлан, да, Батаев все это знает. Но это такой отвлекающий маневр, что если Атлан застоится, то может и маневра хватит для завершения поединка. В удар это тоже он вкладывается. По двум направлениям работает Марат. Ну, а Атлану застаиваться нельзя ни в коем случае. Да, но самое главное его направление – сокращение дистанции. Да. Попадает сейчас на отходе Атлан Батаев, но одним ударом всего лишь. Этого достаточно. Главное – не застаиваться Атлану Батаеву. Двигаться, еще раз двигаться. Ноги кормят не только волков, но и бойцов. Да, и вот Марат Балаев наносит удар справа. Отвечает Атлан сейчас. Ну и не забудем, есть рассечение, точнее гематома у Марата Балаева в районе левого глаза. Ну, могу сказать по опыту, что боец во время боя боли практически не чувствует. Он, как правило, чувствует небольшой ущерб. Там зашкаливает наверняка адреналин просто. Конечно, колоссально. Конечно. Все это скажется после боя.
во время поединка только вперед, только за победой. Аккуратен, аккуратен Адлан Батаев. Прекрасно он понимает, что ему нужно делать. Все время Адлан в движении. Вот половина заключительного раунда закончилась. Напоминаю, что это пятая пятиминутка, а бойцы двигаются, как будто идет первый раунд. Цепился сейчас Марат Балаев в Адлана. Естественно, будет переводить в партер. По крайней мере, очень сильно этого хочет и пытается это сделать. Забирает вроде бы одну ногу Марат. Так. Да, отрывает, шанс есть. Отрывает Адлана. Ну, претендент выходит из ситуации с честью. Из непростой ситуации для себя. Марат, Марат скандирует публика. Очень много болельщиков Марата Балаева здесь, в Сибур-арене, арене в Санкт-Петербурге. Попытка продолжается у Марата Балаева перевести ситуацию в партер. В неудобном положении претендент Адлан Батаев. Мы видели, что в этом положении он, в принципе, достаточно успешно защищался. Но так же, как и Марат Балаев, проводил приемы из этого положения. Поэтому, опять же, что будет дальше, пока непонятно. Все может произойти, все, что угодно практически. Ух! Очень напряженный поединок. Очень, 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 очень. Счастье для себя выходит из неудобного положения Адлан Батаев. Но пропускает, кстати, в стойке справа боковой. Да, остается меньше минуты, и сейчас нужно показать зрителям, показать судьям, что ты лучше. Все, нужно включаться и Адлану, и Марат-то уже включен давным-давно. Адлану нужно тоже включаться. Да, нужно забирать концовку. Одного удара на встречу мало. Хай-кик в исполнении Марата Балаева. Вот это и вертушка. Ух! Оба устали. Оба безумно устали. Здесь уже морально-волевые качества по полной программе включаются и у Марата, и у Адлана. Тяжелый бой. Тяжелый бой. Из последних сил пытается Марат Балаев что-то сделать. Смотрите, Адлан Батаев дает шанс чемпиону подняться. Ух! Вот финальный гон. Финальная сирена. Я не буду даже предсказывать, не буду ничего говорить, кто выиграл, не буду предполагать. Я хочу дождаться все, что мы решения. Можем, да, это мы уже все ждать. Все, что мы могли сказать, друзья, мы уже сказали. Теперь слово судьям и бойцам после поединка. Ждем.
Дорогие господа, после решения ветеранного чемпионского боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen of the end of Shana Shibao, we go to the judges' scorecards. Судья Магомедов, 49-47. Джордж Магомедов, 49-47. Балаев. Первый судья отдает голос Марату Балаеву. Махмутова, 48-47. Джордж Махмутова. Второй судья отдает Батаеву. У нас раздельное решение, либо ничья, дорогие друзья. Слушаем внимательно. Раздельно. Марат Балаев! Марат Балаев остается чемпионом ACB. Полулегкая агрессия. Ух! Я представляю, как сейчас переживала жена Марата Балаева. Женщина, которая всегда Марата поддерживала и была его в какой-то степени мотиватором. Северная Осетия может гордиться своим героем Маратом Балаевым. Огромнейшее уважение претенденту Абламу Батаеву. Он сделал практически все, что мог. Бился очень достойно. И первое поражение в карьере от такого соперника, это, ну, по факту это не поражение, это просто бесценный опыт. Мы поздравляем Марата Балаева с этой победой. Еще раз огромнейшее уважение Абламу Батаеву. Пояс чемпиона ACB остается у Марата. Соперник хорошо, в принципе, сопротивлялся, да, было видно, что он готовился под защиту от тейкдаунов. Ну, не всегда у тебя получалось пройти в ноги. Твои эмоции и впечатления? Ну, я ожидал, просто мне многие говорили, что я выиграю, там, я сейчас все разорву, там, по-быстрому все. Я знал, что будет тяжело. Я знал, что, правда, не в тех аспектах, я думал, что мне будет тяжело. Но все равно я знал, что будет тяжело. Настраивался очень сильно. Это оказалось еще сложнее. Ну, поработал человек. Видно, что он даже попытался в борьбе меня перебороть. Видно было, что ему сказали, попробуй. Даже попытался в борьбе где-то перебороть меня. Ну, такой, молодец, подготовился. Вертки, удары сильные, хлесткие. Очень тяжелый поединок, чувак. Понятно, что ты психологически закален настолько, что как бы тебя ничто не может поколебать, но он пытался как-то именно психологически, да, там вот что-то, может, говорил, опускал руки. В первых двух раундах как-то удалось ему вывести тебя из равновесия, может быть, нет? Ну, у него школа бокса, и он на расстоянии, руки длинные, на расстоянии работает хорошо. Нет, ну он просто тебя как-то подразнивал, да? Просто вот он далеко, ну, руки длинные, это его работа. И, конечно, подразнивать, вывести из себя — хорошее дело. Но удалось ему достичь, или ты просто сохранял холодную голову и не обращал на это внимания? Внимания не обращал, но кое-что не получалось просто. А там вдалеке, ой, это его. Там скажи, он, что дальше для тебя, потому что бой близкий. Я уверен, что руководство лиги может подумать о реванше. Ты сам что думаешь на этот счет? Я не знаю, пока я не знаю.